абракадабра. Смотрите на первом. Ну что же, риск – благородное и безрассудное дело. Смотрите в абракадабре золотые страницы минуты славы. Что Шепелев никудышний ведущий. Вот роль реквизита для акробатов ему прекрасно удалась. Человек нашел себя. А мне кажется, что Дима, как талантливый человек, талантлив во всем. И на сцене, и над ней. Вся жизнь пролетела перед глазами Дмитрия Шепелева во время его номера с акробатами. Я, конечно, удивлен тем, что Дима Шепелев так в это все влился, хотя мне кажется, что если бы он позанимался чуть побольше, то он смог бы сделать гораздо более сложные элементы, но вот в таком шуточном варианте, когда это все якобы не вдруг и не специально, наверное, достаточно. Дима молодец и, мне кажется, добавил такой вишенки на торт к выступлению Crazy Flight. Так что ребята молодцы, и Дима не помешал, а только еще улучшил этот номер.